Были хорошие моменты в первом периоде. То есть видно было, что настроились на работу, на серьезную. Из этого неплохие моменты были, плюс голы. Третий период чуть-чуть нам в минус пошел, можно так сказать. Разберемся, поговорим с ребятами. То есть ответственности было меньше. Но это наша задача — разобраться. Впереди ответственный матч с Днепром, принципиальный матч. Будут ли какие-то особенные моменты подготовки к нему? Будем работать, готовиться. Особенного что-то даже нельзя сейчас сделать. Готовимся, будем с ребятами разговаривать. Можно так сказать, по пятеркам посидим, поговорим. Чего ожидаете от следующего матча? Битвы. А там посмотрим.